Несколько сотен посетителей собрались в парке киноприключений мастера Панина, чтобы насладиться уникальным шоу – Вселенским карнавалом огня, который в этом году прошел уже в 11-й раз. 15 творческих коллективов представили на суд зрителей и жюри свои эффектные постановки. Программа включала хореографические выступления, пиротехническое и световое шоу, небольшое театральное представление, мотофристайл и многие другие огненные, в прямом смысле этого слова, номера. Все получилось, может быть, не так ровно, не так идеально, но это шоу огня. Его никто в мире не проводит так, как проводим мы. Самое лучшее шоу! Да, его никто не делает так, как делаем мы. Поэтому все, что было, это было классно, это было сегодня. И это никогда не повторится. Кульминацией шоу стал трюк с переворотом горящего автомобиля. Авторская постановка – уникальный номер, который за пределами мастерской Игоря Панина никто ранее не исполнял. Совсем не страшно, там накручивали, загорится, шланг оторвется, ничего. Если все делать по уму, все будет по уму. Да, она там криво, косо, все, ну, это трюковое искусство. Ну, как бы мы в России, мы, это же живое шоу, здесь нет права на ошибку, да? Нету дублей переписать все это, вот зритель, он все видит, все зашло, я мне прям доставил. Подготовка к этому трюку заняла порядка 3 месяцев. Его суть заключается в том, что каскадер сам, используя кран в салоне, как бы поджигает машину, после чего выполняет так называемую козу, отталкиваясь от автомобиля утконоса. Трюк зрелищный, но при этом полностью безопасный. Каскадеры строго следуют инструкциям руководителя, что минимизирует вероятность ошибки. Вселенским карнавалом огня остались довольны и зрители, и организаторы, но не успели последние отойти от прошедшего шоу, как им уже нужно готовиться к следующему, русскому форсажу, который состоится в парке киноприключений 3 октября. Русский форсаж. Все знают, что такое форсаж. Да, Вин Дизель, гонки Пол Уокер. Все знают, как это жутко. Но как это жутко у Панина, вы можете прийти и посмотреть вживую. В этот раз программа будет построена на зрелищных постановках с техникой. На арену выйдут автомобили, мотоциклы, бигфуты и даже танки. Воспроизведут каскадеры и трюки из кассовой кинофраншизы Голливуда Fast and Furious, более известной в России как «Форсаж».